нас будет реванш. Реванш. Да. А самое интересное, я тебе скажу, вот, один из об этих бойцов, ну, они реально шоу устроили, это будет очень интересное противостояние. И с большой честью я хочу вызвать в этот октагон бойца, просто гангстера, просто самого плохого, так сказать, бойца. Черного дельфина. Черный дельфин, Меджидов Сражидин, мы приветствуем тебя! Кызыл Бурчакда Меджидов Сражидин, Россия, Дагестан, 23 года, 77 килограмм. Приглашаем! Итак, дорогие друзья, полусредняя весовая категория у нас. Меджидов Сражидин, Россия, Дагестан, 23 года, 188 сантиметров рост, 3 боя, 3 победы. Я хочу пригласить его соперника. Где этот Джейсон? Кузьмин Данил, Россия, Санкт-Петербург. Данил Кузьмин, Россия, Санкт-Петербург. Игорь Мобрёв, 7,7 килограмм. Всем привет, меня зовут Данёк. Я из города Санкт-Петербург. Всю жизнь занимаюсь спортом. Сюда пришел по зову природы, чтобы дать хороший бой достойному человеку, достойному противнику. Всем здоровья, всем удачи. Ого, дорогие друзья, у нас тут Джейсон вышел. Данил Кузьмин в образе Джейсона Вурхиса. Россия, Санкт-Петербург, 21 год тому парню, 180 литров росту. 12 побед, из них 3 нокаутом, одно всего поражение. Ну что ж, впечатляющий послужной список нашего Джейсона. Посмотрим, кто же одержит верх. Заинтриговали. Этой схваткой очень сильный Рустам Рахмонов и Александр Метаморфоза. Будет любопытно. Оба заряжены. Ждем яркого, красивого боя. Представляю вам бойцов этого мощного боя. Справа от меня боец из красного угла. Он представляет команду Орлов Тим из России, Дагестан. Его возраст 23 года, рост 188 сантиметров. Весовая категория 77 килограмм. По прозвищу Черный Дельфин, Сражидин Меджидов! А слева от меня боец из синего угла. Он представляет также Россию из города Санкт-Петербург. Возраст 21 год. Рост 182 сантиметра. Его карьера составляет 12 побед, 3 нокаута и 1 поражение. Встречайте, Даниил Джейсон Кузьмин! Рефери в октагоне Владимир Балак. Судьи, обратите внимание, Меджидов Сражидин, красный угол, сделал вест, желтая карточка. Желтая карточка за несоответствие весовой категории. Мы слушаем мою команду, правила не нарушаем, головой не бьем, затылок, позвоночник, в пах не бьем, локтями в голову не работаем, коленом в голову можно работать только в стойке, за сетки, перчатки, шорты не хватаем,
30 секунд работаем в партере. Покажите, как себя будет. По углам. Ну что ж, что-то будет, дорогие друзья. Покажите красиво. Сражден Меджидов против Даниила Кузьмина. Черный дельфин против Джейсона. Громкая вывеска и, я надеюсь, не менее громкий бой. Начинается поединок. Даниил сразу же идет вперед. Наносит несколько ударов. Сражден отмахивается от него. Резкость у Даниила. Пробил Супермен Панч. Попал, еще попал. Попал Солжередин сейчас, но все, уже добивает его Кузьмин. Сейчас Меджидов, надо только выживать и лети в партер. Но был как раз момент, что бой надо оставить, но нет. Кузьмин опять идет вперед, Сражин пытается ему отвечать, сам атакует, бросается в борьбу, теперь прихватывает шею своего оппонента на гильотину, начинает душить его. Кузьмин изо всех сил пытается вырваться, но вот уже гильотина. Все, все, усыпил Сражин своего соперника. Приходит в себя Кузьмин, вскочил сразу, да, вот это бой. Очень такой нестандартный, с неожиданной немножко даже концовкой, учитывая, как начал Кузьмин этот бой вести очень хорошо. Но Сражедин все выстоял, выдержал и провел удушающий прием, усыпив своего оппонента. Сегодня черный дельфин оказался сильнее Джейсона. Классный бой. Жалко, что короткий. Красавчики, дружба. Хотелось бы еще чуть-чуть побольше его посмотреть. Красавчики. Поздравляем с Сражедином Меджидовым. Вы примеры. Черный дельфин добывает четвертую победу. Было круто. Отвечаю. Спокойно. Все вопросы спокойно. Решаем спокойно, в спортивном ключе. Это спорт, друзья. Спорт. В этом коротком, но довольно-таки очень интересном звездном бою победу одерживает боец из Красного Клана, черный дельфин, Сражедин Меджидов! Арнольд! Этого боя ждал. Хорошо начал. Что случилось? Ребята, бывает такое. Когда судья пошел останавливать тебя. Все становимся сильнее в любом случае. Вам спасибо за то, что дали такую возможность. Моему тренеру огромное спасибо. Дмитрий Юрьевич, вы лучший тренер. Спасибо большое. Кто за меня болел? Извините, что подвел. Спасибо большое. Все, всем здоровья, без травм, удачи. Спасибо тебе тоже. Очень крутой бой. Очень крутой бой. Пожалуйста, успокаиваемся. Это спорт. Это спорт. Иди сюда. Здесь есть чудес. Я тебя поздравляю. Ты красавчик, мощный бой показал. Ты, так сказать, помнишь, как все начиналось, да? К чему ты сейчас пришел, ты реально сейчас очень звезда популярная, много где драться, много кто хочет с тобой подраться, так сказать. И на самом деле я, честно говоря, вот очень удивлен был переломом вот этого момента, так сказать, бой реально пошел в другом ключе. Вот, расскажи вообще, это было задумано или так получилось? Добрый вечер всем, всем ассаламу алейкум. Ну, на самом деле это не было так задумано, но я хотел проверить, что он там может, но он колхозные удары, блин, честно говоря. Базар нет, он красавчик, я его уважаю. Вот я в 2017 году я с ним дрался, то же самое, так же я ему проиграл, он меня задушил. Можно сказать, это повторилось, он хотел повторить ту же самую историю, но эта история прошла в его, не в его пользу.
Всем огромное спасибо, Ох, Рустам Рахмонов. Красавчик. Ты чё, блин, короткий бой провел, как провел на самом деле у меня. Там. Саня, тебе тоже огромное спасибо. Не, я буду говорить сейчас, Это мой день, да? Да, я сегодня, я долгое время не дрался, ничего, надо говорить сейчас. Недавно, короче, мне один человек сказал, короче, то, что я как профессионал, типа, я закончился. Так я вот хочу сказать то, что я вот как начинаю еще профессионал, я дойду до высокого уровня, иншаллах, только вперед. Дай Бог. Так, еще хочу сказать. Я никакую команду не представляю, никакой зал сейчас на данный момент ухожу с зала, где я тренировался. По некоторым обстоятельствам. Команда Орлов Тим, капитан. Я с этого дня, иншалла, в этой команде буду. Спасибо большое, Нажмудин. Огромное спасибо, брат. Делаем все четко, вперед. Костя, огромное спасибо. Огромное спасибо моему брату Аличке. Амиру, моему брату. Короче, я хочу бросить вызов. Александр, тебе хочу бросить вызов. Серьезно? Вот это бой мне интересно. Он тут же профессиональный боец. Вес одинаковый у вас? Вроде бы, да. Да не, я пошутил. Саня, это вообще... Я Лобову хочу бросить вызов. Артем Лобов сейчас находится в Санкт-Петербурге. Говорят, что он легенда. Так вот, я видел то, что он тут в Питере, говорит, где-то там по историям видел. Лобов, я тут! Я тебе докажу, кто легенда. А так, полный вперед. А и с подаренбургом фонтанчик с черным дельфином. Все. Всем спасибо, огромное спасибо. Все. Спасибо тебе тоже. Это был черный дельфин. Сражитель Меджидов!